Друзья, я всем напоминаю, финал Кубка 3x3, наше соревнование в Белгород-Оушерс 2018. Теплая, уютная, милая атмосфера. И, к сожалению, уже подходимся к концу. Мы надеемся, еще не раз постараемся встретиться в Белгороде. Типа, привозят, торгуются и уходят из Азии. Нет. Ну, вот так. Там музыки не стигают. А где вы? Душевная фотка. А, вот. Мама, я. Вот. Ты не можешь. По-моему, плюс два, я отсюда вижу. Ну, да, плюс два. Плюс две секунды. Плюс две секунды, да, вот, решение.
Окей, друзья, ребята, молодцы. Еще раз заслуживают аплодисменты. Обои. И мы врываемся уже в тройку лидеров на единичку одного бойца, а именно Владислав Кожев и Александр Еремин. Давайте свои головки в новую рассказку, когда кто-то так же холодно меня могло забрать. Вот, и держать только холодно, да? Да, сам. Вот, и Александр Еремин также должен писать свой ум. Куда садись? Сядь по стулу, желательно. Хорошо, сядь, пожалуйста. Великолепно. Ты нас предупреждаешь?
бойца. Никита Ковальчук и Лев Попов. За Салатов, красавцы. Приехали сюда ради того, чтобы забрать главный приз, да, главный вот стоит кубок, кубок победителя этих соревнований. Мне интересно, я думаю, как и вам посмотреть, что из этого всего получится. И кто из них, либо, возможно, из других финалистов, все-таки заберет этот блестящий приз. Смотрим, двигайтесь, друзья, двигайтесь. Не тот раз. Вот уехал. Где-то там. Thank you.
Хорош! Лёва топ-1, Лёва топ-1. За скьюб ответил. Вот эти внутренние скьюберские, да, половина напали к беде, давай не понимали. И слава богу. Друзья, давайте сейчас поаплодируем все эти напитки. Ну что, давай, буквально через минуту максимум 3 произведения награждения всех участников российских лиг, долги, нужна подготовка. Во-первых, победители, во-вторых, 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 победители, во-вторых